Было грустно, я купил тебе подарок. Сереж, только ты, пожалуйста, будь очень аккуратный. Отложи коробку куда-то в другое место или положи ее на стол так, чтобы с ней ничего не случилось. Потому что вдруг там моя посуда, и ты ее разобьешь, хорошо? Так, я не соображаю в персонажах, но, по-моему, сыну понравится этот Бэйблэй. Алло, да, пап? Алло, сынуля, привет. Сын, я хотел тебя чуть расстроить, потому что я в командировке задержусь на чуть-чуть еще. Да, сколько? Ты помнишь же, ведь ты обещал? Я все помню, что обещал приехать пораньше. Буду еще чуть-чуть задерживаться на недельку. Надо работу подогнать. Ого, через неделю уже всех оставить. Сынуль, я все помню. Но чтобы тебе не было грустно, я купил тебе подарок. Какой? Сын, я тебе сегодня его отправлю новой почтой. Ты его завтра получишь и узнаешь, что там. Ладно, давай, пока. Пока, не расстраивайся, я скоро буду. Целую. Вазочку выбираю. Полина старую разбила, так я вот подумала, новую куплю. Какая вот тебе нравится больше, вот это или вот это? Думаю, вот это. Да? Закажем ее? Так. О, готово. Завтра должна прийти. А ты чего грустный такой? Да вот папа задерживается на неделю в командировке. Да, странно. Я ему звонила сегодня, он мне не говорил. Но он мне завтра обещал прислать подарок. Подарок прислать? Класс. И завтра как раз придет вместе с моей посылкой. Так ты не расстраивайся, видишь, не все так плохо. Подарок зато пришлет. А с папой я сегодня поговорю, почему это он задержался. Что это случилось такое там в командировке такого, что он задержался. Ладно? Не расстраивайся. Все будет хорошо. Сережа, слушай, там Полина уснула. Я выбегу во двор за хлебом, буду примерно через 15 минут. А ты иди себя, пожалуйста, очень тихо, чтобы ее не разбудить, ладно? Да. Все, можешь поиграть пока в телефон. Ну, пожалуйста, я тебя прошу, очень тихо, чтобы ее не разбудить. Потому что если она проснется, сразу звони мне. Оп. Сейчас позвоню маме. Мам, тут какую-то посылку повезли. Как мне знать, я посуда и чей это мой подарок? Ну ты коробку покрути и посмотри, есть ли там знак «Осторожно, стекло». Мам, я не понимаю, какой это должен быть знак. Нету. Так, ладно, тогда ничего не делай. Подожди меня, пожалуйста. Я сейчас приду, и мы с тобой вместе откроем, хорошо? Я буду через 5 минут. Хорошо, мам. Сереж, только ты, пожалуйста, будь очень аккуратный. Отложи коробку куда-то в другое место или положи ее на стол так, чтобы с ней ничего не случилось. Потому что вдруг там моя посуда, и ты ее разобьешь, хорошо? Хорошо, мам. Давай, я сейчас буду. О, упс, походу я громко говорила.
происходит? Я не смогла спать с Полиной. Ты как, Сереж, я же попросила тебя коробку убрать на стол. Как так? А если там моя вазочка пришла, и что теперь делать будем? Посмотри, она измята вся. Как так получилось, что Полина ее взяла? Где ты был? Я забыла на стол положить. Ты забыл положить? Ну вот, и как быть теперь? Она, наверное, размяла всю мою вазочку. В следующий раз будь аккуратней. Буду. Теперь посмотрим, может, она тут все уже разбила всю мою вазочку. Вот так вот оставляю тебя на до старшего. Так, мне даже страшно ее открывать. Я даже не представляю, что там осталось в этой коробке. Ну, давай попробуем. Ну, открывай. Байрон! Байрон, как я хотел! Спасибо, папа! Круто, это же второй сезон, Вайбран В3, как ты хотел. Вот видишь, сынок, в следующий раз будь аккуратнее. Видишь, как тебе повезло, что он был хорошо запакован. Мам, в следующий раз буду аккуратней, обещаю. Больше так не делай. Напиши в комментариях, были у тебя неприятные ситуации из-за твоих братьев и сестер. Подпишись на мой канал и ставь лайк. На распаковку Вайбрана В3 смотри в следующем видео. Всем до встречи, пока.